праздником Белого месяца поздравил исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев жителей Устьордынского Бурятского округа. Об этом 28 февраля 2020 года сообщила пресс-служба регионального правительства. Сагалган считается временем обновления, пробуждения природы. Наступление Нового года по лунному календарю – особый праздник. Мы прошли по тем, наверное, духовным местам, которые славен этот округ. Сегодня мы присутствовали на мероприятии, которое говорит как светлый праздник, праздник обновления. И я сегодня специально приехал в этот округ, чтобы быть жителями этого округа. У нас много общего, настоящего, будущего, и мы все вопросы должны решать вместе. Также исполняющий обязанности губернатора подчеркнул, что задача правительства региона – обеспечить всестороннюю помощь и поддержку жителям округа. Отдельное внимание – самобытной культуре Устьордынского Бурятского округа. Сейчас возводятся дома культуры в селах Майск, Новоленина, Ирхидей, Осинского района, селе Тараса, Боханского района, селе Нукуты, Нукутского района. На 2020 год запланировано начало строительства дома культуры в селе Хагот Баиндаевского района и многофункционального центра культуры в поселке Новонукутский Нукутского района. Кроме того, во время рабочей поездки Игорь Кобзев вручил юбилейные медали 75 лет победы в Великой Отечественной войне ветеранам, живущим в Устьордынском Бурятском округе.